Всем привет! Сегодня мне захотелось сделать такую рубрику, как «Talk with me». Эту рубрику я на своем канале провожу первый раз. И в этой рубрике я хотела бы с вами многое что обсудить. Первое, что я хочу с вами обсудить, это хейтеры. Слава богу, на моем канале их не так много, но все же есть негативные комментарии. Кто снимает эту дичь? Не хотела тебе говорить, но эту дичь снимаю я. Да. Если тебе не нравится, то пиши, в чем причина. Фон, качество, звук, монтаж или что-то такое еще. Но ни в коем случае не надо писать, что это за дичь, что это за бред и другие негативные комментарии. Всех хейтеров мне искренне жаль, потому что если вы так пишете, то вам, наверное, просто нечего делать, нечем занять себя. У вас нет своего канала, где вы снимаете видео, либо же у вас мало подписчиков. Если дело действительно в этом, то не надо, это выглядит очень глупо. Второе, что я хотела с вами обсудить, это рубрика «Передай привет». Я решила, что в некоторых видео я буду делать рубрику «Передай привет» в конце. Мне постоянно пишут либо ВКонтакте, либо под видео, чтобы я передавала привет, но вас слишком много, чтобы передавать привет, поэтому давайте я сделаю специальную рубрику, где буду всем желающим передавать приветы. Если вы за, то обязательно пишите это в комментариях. О чем я хотела с вами поговорить, это как будет называться Talk with me. То есть, либо так оставить Talk with me, либо Talk with Леся. Пиши свой вариант в комментарии. Четвертое, что я хотела с вами обсудить, это мои социальные сети. С этого дня я буду вставлять ссылочки на мои социальные сети в описании. Первая сеть, в которых я есть, это ВКонтакте. В ней вы можете на меня подписаться и узнавать какие-либо новости. Также переходи по ссылке в описании на мою группу ВКонтакте. Там каждый день будут проходить игры, конкурсы, будут опубликовываться разные записи. Если ты хочешь стать в этой группе редактором, то заполняй анкетку. Следующая соцсеть, в которой я есть, это Инстаграм. В Инстаграме почти каждый день выходят мои фотографии. Если тебе интересно, то, конечно, подписывайся. И я есть в Перископе. В Перископе я очень редко сижу, ну, потому что у меня там мало подписчиков. Но вскоре, если там будет много подписчиков, то я обязательно буду проводить трансляции. И мы с вами будем разговаривать и общаться. Также я есть в Аске. В Аске я отвечаю на каждый ваш вопрос. Обязательно пиши вопросики, я обязательно на них отвечу. Также в описании будут ответы на часто задаваемые вопросы. Сколько мне лет, где я живу и так далее. В общем, заходи в описание, переходи по ссылочкам и подписывайся на меня. В общем, все, что я хотела с вами обсудить, я уже обсудила. Не забудь переходить по ссылочкам в описании и подписываться на мои социальные сети. Также не забудь написать в комментарии, что ты думаешь о рубрике «Передай привет» и как ты думаешь назвать рубрику «Talk with me». Всем пока!